Йо, всем привет, дорогие друзья. Здравствуйте. А мы продолжаем наше похождение в Санкенленд. Так, и что сегодня? Сегодня. Значит, мы на предыдущей серийке немного работорговцев побили. Их было больше. У нас, значит, смотрите, остался один остров мутантов, и там их 16. Один остров мародеров, их 14. Охотники 15. Ладно. Я что предлагаю? Хотелось бы... Так. Я хочу создать... Так, давай посмотрим. В общем, новую себе броню. Новую себе каску полностью. В общем, сделать себе полное амбудирование. Шлем спецназа возьмем сюда. И у нас еще была броня какая-то... Так, 30... А сколько у сломанного военного жилета? А я думал, у меня есть броня помощнее. Угу, я ошибся. Хорошо. Так, стоп. На этой серии сегодня и калаш я хочу сделать. Где-то у меня был калаш. Подожди, а где же я калаш-то? Я аж находил калаш. Я понял. Калаш у нас, по-моему, лодку мы всю выгребли в тот раз, да? 35 военный жилет. А, он посильнее. И этот 35. Нам нужно вот на такую броню выйти. И вот такой шлем. Но это мы сделаем. А, мы не сделаем. Все, понял. Точнее, как по... Так, починимся. Пока не забыли. Выкладываем, значит, наши... ингредиенты, так сказать, обратно. Ну, шлем, ладно, сюда положим. Так, итого 35 на 60 пойдет. А нам нужно построить, мы так ее и не сделали, вот такую печку. Нам нужно 15 10 и 5 12. Ага, 10. Так, давай-ка по слиткам сейчас пройдемся. Смотрим, что у нас здесь. М4. Так, это не то. Не то. Так, здесь не то. Блин, а где же у меня все то-то? Так, это опять. А, все. У нас слитков-то нет таких. Так, сейчас смотрим, потому что мы все в хаотичном порядке выбрасывали нафиг. Так, не вижу. И здесь нет. Так, все понятно, ладно. Так, и у нас опять вечер. Значит, что делаем? Раз. Нам надо освещение еще по всему острову сделать. Кстати, я немножечко... Так, у нас есть вода вообще? У нас есть вода. Нам надо попить. И нам надо поесть, кстати. Давай-ка мы сделаем рыбку. У нас есть освещение в виде вот таких вот чашек. Или подожди, или вот так освещает. Вот таких надо сделать нам. 5, 5 и 2. И понатыкать их по острову. Значит, 5, 5 и 2. Блин, еще раз, стоп. Очень хорошая вот эта штука. Железо, дерево. Так, железо у нас. Это на сколько нам хватит? 2, 4, 6. Так. И доски. Где-то у нас они были. Вот. Так, сделаем пока. Блять, так. Я так и знал. Вот честное слово, я так и знал. Я не то съел. Ладно.
Блять, как они громко стреляют. Они же сказали, адекватность это будет. Ай, пиздец, меня просто размотали. Что за дерьмище, блядь? Да вы издеваетесь. Бля, почему она меняет свой этот? Блядь, ну это пиздец какой-то, господа и дамы. А где моя вторая лодка, блин? Я бы хотел знать. Постоянно вот такая вот херовина. Как же меня это просто раздражает. Я просто не могу, блядь. Эти стали пиздец просто как выносить. Ну они сейчас разъебут всего. Я и дверь не закрыл. И чепух этот, блядь, еще не идет ни хера. Иди, тварь, блядь. Надо, блядь, надо ее удалить. А мне нечем даже удалить ее. А есть чем. Хуй себе, базу отстроим. Блядь, когда ты сдохнешь, сука. Ну, извините. Я очень эмоциональный, особенно в таких вопросах. Нахуй я поставил эту лежанку, блядь, не сломал ее. Иди уже, мразь, блядь. Извините, все. Успокоились. Подышали. Нет, с этим определенно надо что-то делать. Мне прямо вот это меня просто вымораживает. Зачем мне броня тогда, если она вообще не помогает мне? Смысл? Я не вижу. Где я ставил эту хуйню? Ну-ка, здесь есть еще что-нибудь? Живой письма фон. Бля, я все забрал, да? Дебил! Что-то у нас не задается, Сирика, нормально. Где я поставил эту хренотень-то? Что за дела? Боже мой, ты как ты меня раздражаешь. Блять, наконец-то. Да заткнешься ты когда-нибудь или нет, блять? Так, давай поспим. Все, чтобы она больше не восстанавливалась. А, у меня и поесть нет ничего. Тут мы что-нибудь можем найти? Блять, ну это, вот это просто супер, я вот могу так сказать. Это они, конечно, знаешь, зачем вот этот вот, я не понимаю, блять. Я не знаю, где мне воду и еду искать. Они сейчас ее все разбомбят. Где можно холодильник найти? Нигде, короче, понятно. Ладно, вздыхаем, и в рот его чпых. А что еще? Мне больше ничего не остается. Может, тут будет? Нет, развалин. Правильно, у меня один где-то в ебенях. А тут не будет, интересно. Что тут еда будет? Что это такое? А, понятно. Ой, блядь. Сейчас выпью. Да, начинается приключение у нас просто офигительно. Давай уже, плыви, пожалуйста, блядь. Ну вот, мы уже дома, сейчас их отпиздим. Хотя бы тело свое сейчас быстро заберем. Это не он же, блядь. Что это такое? Не понимаю, блядь. Как это работает? Блядь, это пиздец какой-то. Я не хочу играть больше. Ты чё, мразь, блядь, конченая? Где еще ублюдки, блядь? Что, блядь? Пиздец, это все. Я не хочу играть точно в эту игру больше. Все. Блядь, где мой пистолет? Чмо, блядь, вонючее. Чего он стреляет, блядь? Смотри, у меня броня не отнимается. Не, это криво, блядь, все сделано. Это надо...
Вот смотри, мне показывают попадание слева. Блять, он, сука, внизу, блять, дебилы. Пиздец, короче. Зачем мне броня? Посмотри, у меня броня целая. У меня броня целая, блядь. Короче, нет, все, пока они ее не сделают, не буду ходить больше. Не буду. Это точно. Блядь, где ебаная медицина, сука? Это 100%. Игра минусовая. Ее, короче, где все. Это не-не-не-не-не. Они сказали, что они поправили механику стрельбы, блять. Где? Я этого вообще не вижу. Я не хочу больше играть, зря. Я эту серию не выпущу, блять. И игру эту нахуй. Я... Все. Прощайте. Это такой просто бред, сука. Я такого еще не видел. Так, такого не было. Это 100%. Такого не было. Но теперь, к сожалению, есть. Да уж. Вообще плевать. Я не хочу играть в это больше. Просто не хочу. Это просто... У меня слов нет, короче. Зачем мне броня, скажите? Вот кто-нибудь, напишите мне в комментарии. Зачем мне броня? И у меня железа, да, нет? Блядь, конечно. Ну, ебать, откуда ж его взять-то? Зачем мне броня? Когда они мне ее вообще почти не покоцали, но они меня убили целиком и полностью. Меня она не защищает никаким образом. Смысл от нее? Ну, я не вижу просто. Смысла от брони нет. К сожалению, это так. Да. Все очень и очень прискорбно. Так, это нам нужно будет сюда. Тряпки пока, ладно, оставим. Вот это выложим. Так. Подожди, у нас же было, по-моему, их больше. Подожди, где наша медицина? А, нет, все, все, все. Тогда все окей, да. Так, что у нас тут вообще? Нам надо разобраться будет с этим всем. Это мы выпьем. Так, здесь у нас...
Блять, все, что нажали, ебаный в рот. Все пиздец накрылось. Ой. Блять, у нас что тут все забито? Барахлом каким-то, пиздец. Вы че, ебаный? Ладно, этим мы не будем сейчас тут разбираться. Пойдем. Сделаем то, что я хотел. Так, сначала давай застроим. Так, стой. А где наш мотолок? Не понял, а где наши вообще инструменты? Нет, здесь нет. Что за хуйня? Так, топор палится. Но я его тут не видел. Странно. Причем очень. Так, у нас вот такая вот есть. А сигара где наша? Мы сигару продали, что ли, уже? Так, еще раз. Нет, нету. И тут я не вижу. Так. Че-то вообще ничего не понятно. Ладно, давай ее сюда обратно пока выложим. У нас такого нет, по-моему. Да, нет. Ладно, это сюда. Грену сюда. А, у нас же дробаш еще есть. Так, детальки сюда. Блять, а куда ж я мотолок, мой молоток-то дел? Подожди, он что, остался у меня? Опять есть хочу, хочет. Да ты На вот это поешь и... Все, короче. Подожди, что-то какая-то нездоровая хрень. Блять, что-то мы как-то тут покривили, да? Ладно. Охуй. Так. Ну они вроде сюда только нападали. А что за дерьмо тогда происходит? Странно. Очень все странно. Да, у нас тут только баллоны с этим. Подожди, а где мы будем ставить-то фонарики? Они нам... Ну давай здесь посмотрим сейчас. Чисто. Так. А, вот такие, блять, я не знаю, что они нам тут осветят. Наверное, мы какую-то сейчас хуйню лепим. Но все-таки давай-ка ее делаем. Все. А что у нас все? Что нам не хватило? А, древесины. Я могу копьем нарубить древесину? Нихуя я не могу. Блять. С чего он в меня так поливал, я не понимаю. Скорее всего, это, наверное, что-то было... Не ППшка точно, хотя стрельба очень была такая жесткая. Так, ладно. Все, да?
Все, да, поплыли, короче, тогда. Где выход-то, блядь? Нам нужно все-таки сделать заградительные эти. Так, я даже не посмотрел, во сколько мы начали по времени сориентироваться. Сейчас забираем тогда с катамарана все, тут пусть пока там будет. Все-таки не доделали они ничуть. Они сказали, что они это переработали, но отнюдь нет. Просто дико меня убивают. Мне броня, она вообще не роляет. Вот вы и сами видели. У меня броня целая была с каской, а меня они просто застрелили. Я не понимаю, зачем тогда нужна броня. Смысл от этой брони какой? Никакого получается. То, что тебя потыкать не могут, наверное. Или все-таки тут какой-то имеет... Ну, у меня полицейский жилет. Он же от пуль защищает. Непонятно. Нет. Не понял тогда вот сейчас. То, что мы находили калаш, это 100% информация. И у нас опять вечер. У нас опять вечер. Как же меня раздражает это все. Я не могу. Вы уж меня извините, но это так. Так, нам нужен какой-нибудь остров ближайший. Чтобы нам там это... Железо найти. Ну, в темноте опять, да, конечно же, заебись, возиться будем там. Нет, плывем, спим, потом смотрим чертеж этого станка. А, нам надо 5 этих, все, я вспомнил. Ладно, давай тогда заскочим, не так сейчас темно. Не, эти ребята стали жестче. Их сейчас пришло намного меньше, чем до этого. Но они все вооружены. И, так сказать, и очень опасный, да? Так, стоять. Блин, зачем я это делаю, я не знаю. Так, давай пока выложим. А, ненужные нам ингри. Хотя мы тут много не наберем. Это прям вот к бабке там ходить. Опа. К бабке ходить не надо. Или не опа. Блять, не опа. Сука. А где опа тогда? Не может быть, чтоб у них... Что я сейчас сделал? А, я жареного мяса нашел. Поднял, точнее. Это мне не надо. Бля, пацаны, а что у вас, руды нет? Стоять, что это? Картофель. А, это мы собрали эту. Я точно помню, была... Вот. Еще было, это медное, по-моему. Да, ну заберем, ладно. Кстати, можем, допустим, вот этот остров себе оставить. И у меня как раз интересный момент. Мы сможем... Так, смотрим.
Так, это медная. Нам нужна не медная. Нам нужна железная руда. Это опять медная. Ну, давай соберем, ладно. Вот это железная. Отлично. А, это мы еще кружок уже сделали. Круто. Так, это нет. Давай еще сейчас вот здесь быстренько. Быстренько прям. Прям очень быстренько мы чекнем. О, все, замечательно. Так, это мы дропнем. Так, 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 так. Все, вот это добиваем и уплываем. Блять. Я точно помню, находил АК. Это вот 100%. Я еще тогда подумал, надо будет собрать тогда его обязательно, чтобы отбиваться от... Где моя лодка? Блять. Чтобы отбиваться от врагов. Не хочу я по темнам тут шароебиться. Все, уезжаем. Да, да, конечно. Ты же больше ничего не можешь, как только, блядь. Я устал. Поможите, блядь. Как ты меня достал уже. Уже прокачанный должен быть. Упырь, блядь. Да, нам надо будет заниматься, конечно, восстановлением базы. Надо заниматься ее полной обороной. Так. Блять, не влезла, сука. Так, что тут осталось у нас? Одна такая. Так, это мы можем дропнуть. Заберем вот это. Что мы еще можем тут оставить пока? Штамм. Ну, пусть вот так будет. Все, сейчас спать. Чтоб утро настало. Солнышко встало. Так, где нас спать? Нас вот спать. Нам надо диван поставить нормально, человеческий. Так, ладно. Кстати, понял, принял. Так, сюда мы можем положить пока вот это, выпить вот это. Так, у нас же есть доски, ты чё? Что я сейчас сожрал? Я еще и мясо успел хапнуть, что ли? Ой, рыбу. А, давай ракушек сюда тогда накидаем. Бля, почему? Надо, кстати, продвинутую печь сделать. Потом будет посмотреть, что она нам даст. Так, значит. Пойдем плавить. Нам нужно обязательно плавить. Вот это. Идем сюда. Сюда это выкладываем. Они все равно сюда не заберутся. Так, потом. Ну, пускай будет уголь еще здесь. Железо. Бинты. Бинты мы меняем вот так. Это мы оставляем. Это можно все выложить. Подожди, я его, скорее всего, куда-то дропну. И не могу его найти просто. Я вот уверен в этом. Смотри, здесь нету, да? Нету. Блядь, я не хочу, я не хочу. Я устал от этой хуйни. Открой, блядь, эту дверь.
Ну нет же, ну был же. Вот видишь, видишь, что происходит? Я не хочу играть, все, я завязываю с этой игрой. Я это официально заявляю, все. Потому что так игра не делает. О, понял. Пиздец, просто все. Все, броня-то целая, суки. Не-не-не-не-не-не-не. Это даже все. Крафт минус, короче. Причем у меня. Все, все, это последняя серия по этой игре. Я не хочу в нее больше играть. Я хотел скрафтить вертолет, там это еще туда-сюда. Нет, все. Пока они ее не сделают, нормально не сделают. Здесь делать нечего. Это большой сейчас минус, очень большой. Ты понимаешь? Вот, ты понимаешь, что происходит? Не хочу, все, я не буду выкладывать эту серию. Потому что она неадекватная, блядь. Они мне сейчас все просто разломают. Смысл от этой игры я больше не вижу. Все. Мой выстрел, который мой... Вообще ничего не дает от того, что, блядь, они делают. Они стреляют через текстуру, блядь, они стреляют вообще как хотят, все в тебя летит. Это знаешь, как АИМ, блядь, в играх есть. Вот этот, вот это вот он есть. Это АИМ. То есть броня меня никак не защищает, никак не сильно. О! Все! Все! Все, не, все. Все, ребята, прощайте. Я в это играть больше не буду. Это не игра. Она сломана, короче. Они ее что-то сделали, но ничего. Вот откуда он меня стреляет? Вопрос. Вот просто ебаный вопрос, блядь. Откуда, сука, он меня стреляет, когда я не вижу, блядь, даже? О, видал? Ну, у меня зато выстрел, блядь. То, что у меня прицел есть, он нахуй не нужен. Ты по прицелу не работаешь. Прицел тебе просто так, блядь, для красоты сделал. Понимаешь или нет? Вот и все. Я не хочу, все. Это последняя серия. Больше я ее выпускать не буду. И снимать по ним я тоже не буду. Можно взять, пожалуйста, винтовку, блядь, вот. Что, блядь? Зато у них АИМ просто идеальный. Да, 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 да. Где должен быть выстрел, этого не происходит. Короче, пока они не переработают механику стрельбы, в это говно даже близко заходить не надо. Потому что это полный отстой. Где ты дерьмо, блядь, последнее, сука? Кусок, блядь, ебаный! Заебись. Куда он делся? Нет, все. Охуительно. Просто великолепно. Да, игра прикольная, но пока вот этого всего они не переделают, именно вот эту стрельбу,
Играть в нее нет никакого смысла. Это что осталось? А. Они сказали, что они переработали. Теперь это пропадает. Я этого не вижу. Да. Сколько я уже умер за сегодня? Раз 5? Или даже больше? Да. К сожалению. Значит, пойдем что-то еще посмотрим. А где еще? Я тут двоих убивал. Как же меня разочаровала она. Это просто капец. Они вроде что-то и допиливают. Стараются, я как понимаю, но... По-моему, уже они посмотрели, что, видимо, игра залетела, блядь. Ее все стримят, играют, проходят, блядь, какие-то гайды уже выпускают и прочь. И решили, да ладно, нахуй, мы уже в плюсе, ебать, все. Нахуй, не надо ничего. Сейчас напишем, что мы что-то сделали. И пизду, пускай радуются, нахуй. Зачем тогда, объясните мне, зачем ввели... Вот это, что броня имеет свою эту прочность. Зачем? Какой от этого смысл? Вопрос. Простой вопрос, элементарный, блядь. Зачем? Скажу честно, я не понимаю этого. Я не вижу ровным счетом, для чего они это сделали. Не вижу. Ну, потому что она не работает. У меня броня целая. Меня 5 раз убили, блядь. Броня меня не спасла. То есть, а ее как будто на мне нету. Поэтому смысла вот в этой всей залупе я не вижу вообще. То есть, это все нулевая хуйня. И пока ее не сделают, я думаю, здесь ловить ровным счетом, в общем-то, и нечего. К сожалению. Я хотел построить вертолет. Вот он у нас, он и есть. Но, увы. Я этой хуйтой заниматься вряд ли буду. Ну, потому что я уже не хочу. Все, я хочу выйти. И вообще, я, наверное, не буду выкладывать эту серию. Она не имеет никакого смысла. Меня тут разъебали просто по полной программе. И за какой хер, я не понимаю вообще. Поэтому, я не знаю, на этом я закончу, короче. Я просто расстроен очень сильно, ужасно, потому что это не работает. Это все перестало, блядь, работать. Все. То, что они там пиздят, все это пиздобольство. Они написали, что они переработали механику стрельбы. Но я этого не увидел. Она как... Была дерьмовой изначально, уж извините, так и осталось. Я думал, все-таки да, переделают. Но нет. Видимо, на это не нужно. Блять, а где мой молоток? Так, давай подумаем, давай вспомним. Стоп, где я был последний раз? Вот там. У меня же там остался, я какой-то ящик сделал себе как схрон. Блять, надо пересмотреть серию. Все, ладно, давайте мы на этом закончим. Вот. Не знаю. Наверное, некоторое какое-то время надо будет от нее отдохнуть. Возможно, как раз ребята и сделают то, что должны сделать. Ежели нет, ну тогда будем ждать, когда они это сделают. Ну а на этом все, дорогие друзья. Мы заканчиваем наши побегушки, наши приключения. Сегодня нас отпиздили 6 раз или 5 раз, я уже не знаю. Но факт остается фактом. Так что, ладно, всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока. Надеюсь, увидимся еще в этой выживалке. А так, заходите.
Сейчас я пока еще до конца не выздоровел, поэтому стримить пока не буду. Буду вас стараться радовать новыми видосами. Все, всем удачи, пока, хорошего настроения. Увидимся.